Встречайте 46-й выпуск BizJournal «Информационная безопасность банков». Тема номера – будни импортозамещения. Эксперты рассуждают об указе президента, инсайдерах и господдержке, а депутат Госдумы намечает стратегию прорыва для банков. Неизбежное или невозможное? Специалисты разъясняют, как перенести требования Банка России с бумаги в реальность. В рубрике «Банки» – что противопоставить уходу западных вендоров? Антифрод сегодня и завтра. Дискуссия продолжается. Надежные облака и открытые API в банках. Переход на российские средства аутентификации. В рубрике «Угрозы и решения» – борьба с кредитным мошенничеством, симуляция кибератак, актуальные средства для исполнения указаний регуляторов. Также в номере заметки с деловых мероприятий, исследования и аналитика, обзор международного опыта, памятные события истории отечественной криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefizbank.ru/bizjournal.